В Урупском районе прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. В них участвовали юноши из республик ближнего зарубежья, Москвы, Московской области, Краснодарского края, республик Северного Кавказа и, конечно, Карачаево-Черкесии. Как проходили соревнования и кто стал победителем, выяснял Али Баташев. Захват, бросок и волнующее чувство победы от умело проведенного приема. Смотреть, как побеждает сильнейший – наслаждение для профессионалов и любителей. За ходом каждого поединка внимательно наблюдает олимпийский чемпион Заур Угуев из Дагестана. Победитель Кубка мира, призер чемпионатов Европы, член сборной России по вольной борьбе. Высоко оценил уровень подготовки борцов, организации турнира и поделился секретами успеха. Всем спортсменам хочу пожелать, чтобы они тренировались, слушали своих родителей, своих тренеров, ставили перед собой цели и добивались любой ценой. Главное – пахать, и все получится. Вот мы с тренером с детства шли, были цели, да, у каждого спортсмена есть цель стать олимпийским чемпионом. И там такого секрета нет, надо просто тренироваться и верить в себя и идти вперед до конца. Для меня вольная борьба – это пока что жизнь, я живу этим. Каждый день просыпаюсь и начинаю день зарядки, и также делаю в день две тренировки. Так что могу смело сказать, что это для меня жизнь. Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 24 лет собрали участников из республик ближнего зарубежья, Северного Кавказа, Москвы, Московской области, Краснодарского края и других регионов страны. Турнир, уже ставший традиционным, проходил при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и был посвящен столетию Карачаева-Черкесии. Этот турнир уже шестой раз проходит здесь. И сегодня этот турнир по праву является мастерским. И благодарим я всех организаторов. Когда проводим эти соревнования, у нас получается большой праздник. Праздник для молодежи, праздник для населения. Мы будем всегда такие соревнования проводить с поддержкой главы республики, с поддержкой Иванова, Возова Мурата Мухамедовича. По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда из Дагестана. Второе почетное место завоевали наши земляки. На третьем – вольники из Северной Осетии и Алании. Али Баташев, Зумрад Халкечева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район.